Всем привет, мои дорогие пользователи! У нас на обзоре сегодня, как это сегодня называется, по-старому дуйчик. Кстати, сами канал все просто, у нас без монтажа, без вторых, третьих, десятых кадров, все как есть. Тепловентилятор RZTK FH2020H. Что это значит, без понятия. Выглядит он как 18-летний парень, который только начинает качаться. Сравнение для парней. Ну, что вам сказать. Килограмм с копейками, пластмасса. Хлюпенько выглядит, в принципе. Вот там внутри даже подшипник, чешо. В общем, собран на коленке в Китае. Элементы управления хлюпенькие. Есть датчик от переворота. Хлюпенький. Вот эта кнопочка, то есть он всегда на нем стоит, и этот датчик всегда включенный. Ну, давайте сосредотачиваемся. Вот, получается, когда он стоит, он включенный. Если он упал, датчик отключается. Срабатывает, скорее всего, пока кнопка не поломается в 100% случаев. Интересно, что гарантия на него идет, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, 2 года. 2 года гарантия. И тут IP21. Вы, наверное, не слышали о такой сумасшедшей влагозащите. Что такое IP61? IP61 – это двоечка, это единичка. Это падение защищает, когда на него падают капельки вертикально. Да? То есть, ясно, любой прибор защищается. А двоечка – это когда падают капельки под углом 15 градусов. В общем, вы поняли. От капель. Так, элементы управления. Он крутится. Вот это не снимается. Это просто нажимается. И типа вы его включили. Тут несколько элементов включения есть. Видим первый. Да, мы его включили, он просто у нас начинает вертеться. С характерным странным звуком. Себе крутится спокойненько. Как крутилку отключить? Это вопрос интересный. Ага, это у нас, я так понимаю, уже таймер работает. Потому что если мы сделаем off, таймер перестанет работать. Таймер тут на 120 минут. Да, это таймер. Слышите звук? И он будет работать, когда мы включим основную крутилку. 2000 ватт. 1000 ватт работает. Включаем, 2000 ватт работает, теплее. 20 обслуживание в зоне 20 квадратных метров. И, естественно, есть холодный воздух. И он будет так работать, пока не пройдет 30 минут. Если мы отключаем, крутилка у нас работает. Крутилка отключается сзади. Да, но таймер у нас продолжает работать. Таймер мы отключили. Но если чуть-чуть вы зацепили пальчиком, таймер у вас будет работать. По окончанию, наверное, скорее всего, выключится. Так, ну, допустим, мы включаем его. И вот он у нас просто стоит в одном положении. Если вы хотите, чтобы он начал крутиться, сзади нажимаем на кнопку. Он начинает крутиться. Захотели, чтобы не крутился, сзади выключаем кнопку. Выключать можно так. Таймер выключаем так. Но так он уже у нас не включится, если у нас off стоит. Если мы включаем, у нас включается таймер и сам вентилятор. Насколько он включился, я не знаю. То есть, систему поняли? Я не понял, но она есть такая. Это у нас чисто крутилка. Чтобы запустить нашу штуку, вот это тоже должна быть включенная всегда. Это, видимо, какая-то мощность, хотя я не знаю, что это. Нам нужно так включить. Включили, идет горячий воздух. Если мы тут выключим, он тоже выключится. Но таймер продолжит работать. Таймер включается так. Или заводим. Но если мы таймер выключили, включили питание, ничего не работает. Включаем включение, начинает работать. И начинает таймер тоже работать. Насколько, я не знаю, просто трещит. Выключаем. Слышим.
Вот такая технология. То есть мы так включаем, включаем. То есть если тут у нас на нолик выключено, так мы уже не включим. Так мы включаем таймер. Если переувеличили чуть-чуть, он опять включается. Ну и так, если там off стоит, мы тоже ничего не включим. То есть когда он пришел сначала, я подумал, что он вообще поломанный. То есть вы поняли, да? Технологию on включаем. Off выключили, не работает. Таймер запустили, работает. Off не работает. On работает. Тут отключение. Тут включение. Тут отключение. Тут включение. В общем, в принципе, головоломка. И этот тепловентилятор. Все, больше здесь особенностей нет. А, да, система безопасности. Шмокс. Шмокс. И тут он у вас падает. Тут он у вас обратно возвращается. Тут он у вас опять падает. То есть кнопка работает шикарно. Насколько ее хватит, я не знаю. Гарантия 2 года. Вот его характеристики. 20 квадратных метров. Включился. Сзади включаем кнопочку, крутится. Крутится не быстро. Вот такая штука. Ну, такая прикольная штука. Ну, ясно, не накрывать полотенцами для ля-ля тополя. Все. Обзорчик. Если вдруг вы его выключили, даже выключили с розетки, как я сейчас, таймер работает независимо. Слышим, да? То есть другой ничего не будет работать. Таймер будет работать всегда. Поэтому ставим четенько на off. Потому что если мы чуть-чуть прогадали, слышим, работает таймер. То есть космическая точность. РЗТК. Лучший вариант для дома. Стоит он 700 гривен. Да, самое дешевое и более-менее нормальное. Что там было? Ну, как бы все. Опять, видите, включился. Я что-то зацепил. Скорее всего, эту кнопку. И как бы мы ни отключали, она все равно будет работать. Опа. И делаем финальную фоточку. Как вы думаете, где-то так, правда? Хоть как-то заинтересовать пользователей. Раз, все. И загружаем ютубчик. С вами был канал «Все просто». РЗТК. Здоровечка. Не болейте, не тупейте. Па-па.